успешно завершил план первого квартала решающего года пятилетки многотысячный коллектив Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Здесь, по традиции, ежедневно подводят итоги работы каждой смены, а в конце недели каждого участка и цеха. Сегодня социалистическое соревнование возглавляет комсомольско-молодежная бригада Рауфа Шарифуллина с картонно-бумажной фабрики. С начала года бригада выработала сверхзадание уже более 700 тонн высококачественной типографской бумаги. Это ее первый вклад в выполнение социалистических обязательств, принятых трудящимися Российской Федерации на третий год пятилетки. Всего же по РСФСР предусмотрено произвести дополнительно 20 700 тонн бумаги. Продукция Сыктывкарского лесопромышленного комплекса хорошо известна в Москве и Ленинграде, в Прибалтике и Белоруссии, на Украине и в Сибири.